покажите свои гаджеты! Урок начался! Сегодня у нас урок хороших манер! Эх, хорошо в гостях, но есть больше нечего, поэтому я пошла домой. Диана, а что нужно сказать? В следующий раз приготовь побольше. После еды скажи спасибо, все было очень вкусно. А, это я и так знала. Ну тогда еще скажи мне, что делать в этой ситуации. Ты меня узнаешь, полюбе, и я буду с пакетом от тебе. Батюшки, все пропало. И как нужно было поступить? Бабушка, я вам сейчас помогу. Ох, спасибо тебе! Добрая ты девочка! Пожалуйста! Вот это верно! Учитель, а если произошла такая ситуация? С днем рождения! Но я хотела единорога. В таком случае все равно поблагодари за подарок. Поняла, а то человеку будет обидно. Хорошие манеры — это еще и помощь другим. Это как? А вот так. Бабушка, а давайте я вас переведу. Ой, спасибо. Ой, какая девочка хорошая. Не жди, пока тебя попросят. Предложи помощь. Эй, ты! Где тут остановка? Заблудилась я. И что тут не так? Нужно было спросить вежливо. Извините, а вы не подскажете, как пройти на остановку? Конечно, а пойдем я покажу тебе. Что вы узнали сегодня на уроке? Нужно помнить о хороших манерах. Верно! Хорошие манеры – это вежливость, волшебные слова и помощь. А телефоны нужно отключать. Это невежливо. Так это ваш телефон звонит.